я упал тогда. Сус. Ой, Санька, ну здоровый унитаз! Огромный унитаз! Подождите, я понимаю, что вы умерли, но... Быстро привел. Попробуй попади. Попробуй попади. Бланар, конечно же, первый залетел. Наверное. Я не увидел дырку, вы чё? Нырнул. Сюрприз, да? Вот отправляется через 4, 3, 2, 1. И не отправляется в школу за багажник. Сейчас нет. Братоськи, мои сестренки и братоськи, меня зовут Смирина сегодня. Меня тут внезапно поцеловал какой-то DVD-кан. Какой-то мужик, да, с телевизором на голове. А мы сегодня играем с Зелелом, Блайнаром и Декартом. И, собственно говоря, вашей мордочкой в... Не сюда, мой хороший. DVD Escape from Toilet. Минуточка самореклама. Рекомендую подписаться на наш новый канал Бордатый Реактор. Там выходят реакции на разные видосики интересные. Да, довольно много часто выходит. Рекомендую. Отписывайтесь, ссылочка в описании. Опа, кого-то хлопнули, братан. Так, смываем, смываем. Я смыл. Морти, нет. Как так? Что так быстро? Реабилитация. Быстро откисаем. Морти, проснись. А можно поприседать? Я не могу. Верните меня. Давайте заново. Все, пойдем. Если упасть, то все у нас здесь. Ну что такое? Сохраниться можно? Что такое? Я уже проверила. Прыгаем, что? Ребят, прыгаем. А что делать? А, прыгаем, да? Ну что, народ, погнали! Прыжок веры. Ой, я под камушек упал. Третий, что ли? А зачем ты еще раз? Что-то мне кажется, мы будем умирать очень много. Открываем, открываем эту красоту. Да, вперед. Ой, мама моя родная. Что за? Какой милый. Это серьезно, это унитаз. Я не посмотрел даже. Это огромный унитаз, реально. Фиго, хорошего. Я одного смыла. Да мы упаримся это искать. Нет, я не успела тебя спасти, Блайнар, я пыталась. Ой, какие звуки противные. Куда можете убежать? Да, это мы, Зелела убили. Так мы умираем. Иди к унитазу, умирай. Умирай, да. Мы ждем, ждем твоей смерти. А, погодите, я должна умереть, вы все умерли. Да. Назад! А твой Блайнар такой? Дааа! В нетерпении! Умрите уже все! Погляди! Я застрял! Погляди! Я двигаться не могу! Я тоже не успокоен! А я тоже не могу! Смыли! Помогите! А я? А чё со мной? А мы в тебе... Мы друг друга! Я не понял! Выведите туалет, пожалуйста! Мы, наверное, уменьшились в размерах немножко! Вы, кстати, смогли присесть, ребята. Я сейчас буду с негодованием кликать. Вот, я в негодовании. Ребят, приведите туалет. Я вижу, Декарт, мы напротив. Я недоволен. Декарт, впереди, вперед, глянь. Да я вижу тебя, да. Слушай, короче, проблема в том, что они застряли. Это конец. Бедненьки, мы... Ну все, мы получается... Это конец, ребят, все, я не могу пройти даже. Там еще и пройти нельзя нигде больше. У нас много! Он один, а нас много! Ребят, стоп! Что ж ты? Что ж ты так? Да я дома, а ты что бегаешь? Да сколько ж вас тут? А чё они реально так размножились? Кстати, на этом уровне, мне кажется, лучше... Блин! Мама, стрели! Сейчас опять все позастреваем, да? Надо вообще мимо этой швабры. Я опять застрял. Блин, а что это? Я, слышь, я стартанул, меня съели, нормально вообще. Здесь наши полномочия все. Я застрял. Молодец. Это Зелел сказал, подождите нас, и первый побежал, да? Ля ты крыса, а! Какой красавчик. Так, ну ладно. Аккуратно. Минус один. Мы же его фоткали. Лисина фоткали. Да? Ну понятно. Я тут подачу. Лиси, вы же фоткали Лиси. Класс. Полетали все. Прыжок унитазный мир. Вы хоть смотрите, куда несете. Так, тихо, там пропасть, аккуратно. По досочке идите. Он такой,
И Блейнар, который за что досок прошел такой чистый. Пролетел так, знаешь, так. Он реально между досок прошел. Это туалетная магия. Это мэджик, да. Ребята, выбери правильную в турку. Не-не-не, вторую справа. Выбери правильную в турку. Так она сходится. Ой! Ты чё? Что? Эй, алло! Что ли во втулке была? Да! А я думаю, что случилось? Только что его видел, орёт, как резан. Дырка! Это вообще прикольно! Тут дырка! Подожди, всё, все на месте. Погнали. Босс! Осторожней, осторожней! Блинарчик, куда ты? Все вместе прыгнем. Что, что, что? Все вместе прыгнем. Спокойно. Ну да, может еще унитаз встретиться, но на не моя очередь смывать гиганта. Давай. Ну, я полетел, я еще ни разу не летел. Я куда-то башкой вообще в кафель упал. Я тоже, я в стульчат сотрясение полетела куда-то, да-да-да. А ты думал, откуда такие глюки? Мы с сотрясением после туалета. Ого, нифига. Огромный какой. Ну-ка, во, я чисто сейчас сяду. А я не могу запрыгнуть даже на них. Занимайте, занимайте троны, ребята. Да-да-да. Кому какой, да? А как я вдох-то, сука? А там больше нет бумаги. А как ты, кстати? Ну, а что случилось? Извините, да это я перезапустил. Зачем? Ай-яй-яй, какой плохой мальчик. Что он делает? Ай-яй-яй. Слава богу, я хост. Ну, понимаешь, у кого-то власть, а у кого-то ее нет, поэтому. Я понял. Ноль из пяти. Ноль из пяти. Я вот про то же. Блин, нет, нет, нет. Все камни взяли. Этого я не ожидал. Вот это... Ребят, мы толканы нашли. Слышишь? Стой, Блинар, не открывай, не открывай. Так, тут уже идут. Сейчас фоткай эту тварь. Охренеть, как его смыть-то? Он слился. Его нельзя смыть. Закрывай. Что там происходит? Не открывай. О, Зелел, смотри, что тут подстава, смотри, какая маленькая. Что там нашли? Нормальную бумагу. Не знаю, просто. Такая чисто быстро привел. Попробуй попади. Его хорошего. Конечно же, первый залетел. Я не увидел дырку, вы чё? Нырнул. Сюрприз, да? Это станция Скибиди, осторожнее, двери открываются. Приключение начинается? А что это за девчонка? Приключение на 20 минут, зашел, вышел. А что за девчонка? А где наши плакаты? Где Дикартик? Где Зелетчик? Где Буйнарчик? Я смыл и умер, как это работает? А я его смыл, почему я умер? Ну, умирайте, вначале. У него там была ловушка, знаешь. А я лечу в текстурах. Вы кто такие? Я вас не звал. Идите на... Охренительно просто. Вот это, вот это я понимаю. Я его сфотографировала. Короче, я нам надо будет пересмотреть эти летсплей наш, вот я думаю, повнимательней. Мы, наверное, как, мы садимся в поле, едем на следующей станции и там умираем, правильно, да? Ну, наверное, мы не загрузимся. Да. Если сохранёнка есть. О, мы больше не оживились! Мы живы! Да, а где вы? А где вы? А я не знаю. А мы вас не видим? Я не вижу. А, я их вижу. У меня кто-то толкает. Я вылетел из вагона, алло. Кто меня толкнул из вагона, блин? Что за дела вообще, я понял? Мы так играем, да, это команда дружная. Команда, да, вот это. Что за... Один Блейнар приехал, ну так иди. А в смысле, что, он умереть? Туалетную бумагу. Блейнар, умирай. Стой, Блейнар, ты можешь пройти в дверь? Вот эту, стой, обратно иди. Я не могу брать туалетную бумагу, я призрак. Сейчас уедет. Поехал я домой. Ну что, я стою. Я застряла. Куда? Вас вообще не видно. Ребята, я застряла. Куда? Вы вообще призраки телевизионные бегаете, понимаете? Призраки телевизионные. Давайте заново, я застряла. Как Влад Лисьев бегаете, вас не видно абсолютно. Вы умерли просто. Вы исполните мою мечту, я никогда больших унитазов не видел. Прыгаем в дырку, Морти, вот, смотри. Вы такие... Он не убил. Спасибо. Спасибо, это подарок на Новый год мне. Да. Огромный унитаз. Что убить не может? Он не может. Погоди, он просто, стоит. Он просто стоит и жалеет о том, что он такой большой, что он даже ни на что не способен. Ослепляйте его! Вот тебе, ослепление, понял? Вот так.
Ой, тебя а он убил? Что? Он тебя убил? Что? Что? Ну, Айнар заигрался, да? Что? Так я не понял, головой в другую сторону вообще смотрел. Я не понял, вот тебе и скибиди, доп-доп. Вот тебе и доп-доп. Прыгайте в дырку. Вот они мы, все. В углу. Вот они мы. А, счетчик пропал, но бумага, наверное, осталась. Значит, он отправляется через 4, 3, 2, 1. И не отправляется в свой забагажник. Нет, сейчас нет, Джимен. Куда ж мы едем, ребята? Не толкайтесь. Джимен, Джимен ученый. Ученый Джимен. Ой, блин, приехали. Привет, здрасте. О, это да, это точно, это родная, да. Эту я уже. Так, подождите, а какой унитаз лучше? Ну я вот это вас мою. А прыгайте вниз, или... А, бумага там... Полетели, родные, из дикарда! А прикинь, надо было прыгать, надо было ехать. Ну, да, а вдруг это... Слушайте, вдруг это разные концовки. Ребят, унитаз слева, одна концовка. Ребят, все, все. Все, а где все? Все, на этом все, ребята. А, мы прошли, да? У меня темные экраны. А, все, да, да. Отлично. Ставьте лайки, ставьте лайки нам. Пишите комментарии. Все, прошли, мы прошли всю игру. Вот так мы поиграли с друзьями по Ютубу в игру Skibidi Toilet Escape from Toilets. А у нас в Телеграме идет розыгрыш 3 ключей от этой игры. Всего лишь нужно подписаться на Телеграм, нажать кнопочку «Хочу получить ключ» и поставить лайкосик этому видео, написать комментарий. Ну и, естественно, посмотреть оригинальное полное прохождение. Ну и тоже его поддержать. Всем спасибо за внимание. Увидимся, услышимся в новых видосах. Пока-пока. Пицца, ну что, поиграли, ребята, подписывайтесь, ставьте убейте лайки. Меня. Я думаю, на первый ролик хватит. Неплохо. Блайнар матерится там что-то внизу. О, господи, испугалась.